Ситуацию на рынке теплоснабжения обсудили глава Чувашии Михаил Гнатьев и генеральный директор группы компании «Т-Плюс» Борис Вайнхзихер. Прошлый год прошел для компании под знаком реорганизации. Объединение всех электростанций, формирование единого руководства уже дает положительные результаты. Появилась возможность привлечения в региональные проекты заемных средств на выгодных условиях. Михаил Игнатьев и Борис Вайнзихер обсудили вопросы теплоснабжения в городах Чебоксара и Новочебоксарск, а также вопросы взаимодействия с управляющими компаниями и ООО «Коммунальные технологии». По мнению генерального директора группы компаний «Т-Плюс», настало время перевести платежи за услуги на прямую в Т+. Это позволит не допустить нецелевое использование денежных средств. В ходе переговоров рассматривалась возможность использования резервов ТЭЦ-2. Это наш целевой регион. У нас здесь хорошие активы, никуда отсюда мы уходить не собираемся. И, конечно, должно быть что-то дальше. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.